Краткая сводка о ситуации в Сирии за 28 января 2014 года. Хомс. В районе Аль-Зара сирийская арабская армия начала силовую контртеррористическую операцию. После исчерпания всевозможных попыток добиться от террористов, отказа от нападений на соседние районы и добровольной сдачи оружия, армия приступила к силовому решению вопроса. К сожалению, жертвы неминуемы. Но эта операция спасет куда больше человеческих жизней, чем время, впустую потраченное на переговоры с неадекватными бандитами. Хомс. Старый город. Пресечена авантюрная попытка прорыва из окружения одной из бандитских группировок. Террористов ждали, и в ходе боестолкновения армия нанесла им ощутимые потери в живой силе, а также подорван моральный дух боевиков. Напомним, что в Хомс поступает гуманитарная помощь блокированным местным жителям. Решается вопрос о предоставлении гуманитарного коридора для женщин, детей и стариков. А оголтелые фанатики ни в грош не ставят ни свою кровавую, ни чужую безвинную жизнь. Григорий Нестеров, Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, агентство Айна Ньюс, Сирия.